Никто не думал, что встреча с «Лотосом» из Гданьска будет легкой для «Локомотива». В нашей команде отсутствует лидер Максим Богданов, а соперник решил привести к нам свой сильнейший состав. Да еще незадолго до этого события синоптики наобещали осадки. И в этот раз они не ошиблись. В обед начался проливной дождь, и проведение гонки оказалось под вопросом. В 5 часов вечера осадки не прекращались, но и судья не торопился озвучить решение. Никому не выгодно было переносить эту встречу. В итоге около 6 часов дождь прекратился, и на трек выехали машины. Здесь нужно отдать должное всем тем, кто трудился, делая трек пригодным для проведения гонки. Пусть и с опозданием, но встреча все-таки состоялась. В этот раз решили не вывозить гонщиков на представление. Сразу начались заезды. В первом на трек выехали Киастас Поджукс, Николай Клинт, Давид Стахыра и Томас Йонасон. Киастас со старта вырвался вперед и удержал это преимущество до самого финиша. Датскому легионеру «Локомотива» повезло меньше. Он пропустил вперед шведа. В итоге первая победа нашей команды со счетом 4-2. В следующем заезде отлично выступили наши юниоры Анжей Лебедев и Вадим Тарасенко. Их соперниками стали действующий чемпион мира Дарси Уарт и Дамиан Спейш. Заезд не сложился для нашей пары. Вместо заявленного Максима Богданова, которому было применено правило ЗЗ, на трек с Романом Поважным выехал Киастас. На первом же вираже, видимо, не справившись с управлением, упал наш легионер. Поджукс, чтобы избежать столкновения, вынужден был тоже положить свой мотоцикл. Судья принимает решение исключить Поважного из этого заезда. В итоге Киастасу не удалось в перезаезде совладать с двумя соперниками, причем очень опытными, Павлом Хлибом и Ренатом Гафуровым. Четвертый заезд и очередное поражение «Локомотива». И это, несмотря на то, что вскоре после старта из-за поломки мотоцикла вынужден был сойти с трека Магнус Зедерстрём. Но проблемы с техникой возникли не только у него. На вираже заглох двигатель у Анжея Лебедева. Он упал и был исключен из заезда. В перезаезде с участием Варды Килмакорпи сильнее оказался юниор «Лотоса». Следующие два заезда тоже принесли нам и радость победы, и горечь поражения. Зато в седьмом заезде приятно удивила езда Клинта, который в паре с Поджуксом привезли 5 очков. Легионеру все-таки удалось взять реванш у австралийца Дарси Уарда. В восьмом заезде Йонас смог обойти всех своих соперников, в том числе и Томаса Йонасона. А вот Анжей смог финишировать только четвертым. В девятом заезде снова ничейный счет. Первым был Гафуров, вторым и третьим Поджук и Клинт. Что касается десятого заезда, то здесь вновь болельщики ликовали. Победу одержала наша пара Поважный Тарасенко.
несмотря на скептицизм руководства польского клуба относительно езды Рената Гафурова в этом сезоне, на треке в Даугавпилс ему практически не было равных. Этот гонщик лишь в 11-м заезде уступил лидерство Йонасу Килмакорпе. В остальных пяти всегда приходил на финиш первым. В 12-м заезде вновь прекрасно выступил Дарси Уарт. Он смог обойти Романа Поважного и Анджея Лебедева. Разрыв в счете был 7 очков. Выигрывал «Локомотив». Но ситуация резко изменилась после 13-го заезда. И Йонас Килмакорпе, и Кястис Поджукс уступили Ренату Гафурову и Дарси Уарду. К финальным заездам счет был 40-37. Все решали финалы. Тяжелая задача выпала на долю тренера «Локомотива» Николая Кокина. В итоге было принято решение в 14-м выставить Романа Поважного и Вадима Тарасенко, а в 15-м Йонаса Килмакорпе и Кястиса Поджукса. В качестве соперников были заявлены Дарси Уарт, Павел Флип, Ренат Гафуров и Томас Йонасон. Удачному старту Романа Поважного в 14-м заезде разница в счете по-прежнему сохранялась, пускай минимальная – 3 очка. Но ведь нам для победы вполне достаточно было набрать хотя бы 2. Все надежды были возложены на Йонаса и Кястиса. Я долго просматривал видеозапись этого момента, но в итоге вынес решение исключить нашего гонщика. В перезаезде по Джуксу, несмотря на массу приложенных усилий, обойти хотя бы одного из соперников не удалось. В итоге «Локомотив» потерпел поражение со счетом 44-45. Слишком много ошибок допустили наши гонщики. Именно поэтому к 15-му заезду была разница лишь в 3 очка. Но, как считает наш тренер, во многом роковым стало решение польского судьи в 15-м заезде. Основная причина – нету лидера нашего, он сломан. Поэтому... Это первая причина. Ну и такие факторы, конечно, по гонке, если Анджей ехал первый, заклинил мотоцикл, тут уже никто не может этого предсказать. Тем более, что мотор буквально-таки свежий, ну, недавно сделанный. Вот. Но в основном вот подарили несколько очков. Это фактор. То, что нету лидера. Ну и в основном, конечно, судейская, я считаю, что это судейская ошибка полностью. Но мы, как говорится, не в своем монастыре. Вот, это понятно, где когда 50-50, все равно судья примет решение больше в пользу поляков. То есть это потому, что поляк судит поляков? Ну, естественно, мы же ездим в польской лиге.
И оспорить этого уже никак нельзя? Это, конечно, можно потратить время, нервы, вот, и наверняка и деньги какие-то, но уже обратной дороги не будет. Ни один из наших гонщиков не остался доволен своим результатом, в том числе и Кястас Поджукс. И, наверное, во многом решающую роль сыграл трек. На тренировке он был очень сухой и твердый, а в гонке стал совсем мягким. А что делать? Дождь? Ну, обидно было по своим заезде. Старался сделать все, что мог. Дорога тяжелая была, старт еще с дальней дороги. Новые глушители, тяжело было бороться. Но старался делать все, что мог, но не получилось. Новые глушители, они все-таки тормозят? Ну, есть немножко, да. Теряется мощь в моторе. Тяжелее ехать по тяжелым дорогам, тем более. Обидно очень, старался делать все, что мог по ним заезде. Это было видно, да. Но, в принципе, лучше бы эту гонку перенесли бы, да, наверное? Ну, не знаю, как сложилось. Как есть, так есть, уже ничего не изменишь. Сетовал на неудачный третий заезд Роман Поважный. Кроме того, он вновь упал на травмированное колено. К счастью, ему удалось продолжить гонку и привести команде 10 очков. Мое первое падение. Потом ехал осторожно, меня обогнала Дарси Ворд. Вот мои очки ушли, и гонка проиграна. Ну, в принципе, после падения как травма дает о себе знать? Да, опять же ту коленку потянул, то же самое место, так что болит. Завтра будет сильнее болеть. Ну, в принципе, на следующей гонке вас можно будет увидеть? Я надеюсь, да. А в последнем заезде, вот я смотрел, что вы внимательно глядели на заезд. Все-таки кто был, на ваш взгляд, виновен, Килмакорпи или Йонасон? Йонасон был 100%, он сам за него заехал, сам зацепился. Конечно... Он его не пропускал, Килмакорпи, но каждый бы не пропускал так же. А Йонасон ехал сзади, так что Йонасон виноват. Вадим Тарасенко тоже выглядел понурым. Он смог заработать лишь 6 очков. В 13-м заезде не смог выиграть старт и в итоге финишировал последним. А это значит потеря очков, так необходимых команде. Каждый, наверное, не добрал какие-то нужные очки, сделал какие-то ошибки. Надо работать над ними, стараться не допускать их, работать над стартами, над ездой. Каждый, наверное, есть в этой проигрыше есть каждого вина. А лично твоя в чем вина? Моя вина, что привез всего лишь 6 очков в команду. Плюс один даже не считаю, никак не идет в команду. 6 очков это очень мало с 4 заездов. Не знаю. Первый раз мы выиграли с Анджиком юниорский заезд. Такое. А так, потом единица и тройка. А в последнем заезде проиграл старт. Получил шприц из-под колеса, залетел песок под очки, и ничего не видно было. Так, недоволен я гонкой вообще. Еще и трек, наверное, тяжелый был. Да, ну как бы пробный в час была тренировка. Был очень твердый трек, очень. Настроили мотоциклы на твердый трек, и тут полил дождь. Ну, думали, нормально будет, не сильно твердый, не пропитается. Пропочилось так, что пропитался. И очень тяжело было ехать первые заезды. Потом как-то приноравливаться стали. Зато доволен своими стартами был Ренат Гафуров. В 6 заездах гонщик заработал 17 очков, доказав таким образом скептикам, что находится в отличной форме и прекрасно может приспособиться к любым трекам, в том числе и к Даугавпилскому. Гонка была очень сложная, потому что было видно погодные условия, был дождь. Ранее в той гонке был дождь, и дорожка была в очень тяжелом состоянии в начале гонки. Ну, мы, конечно же, очень рады, что мы выиграли эту гонку, хоть даже и одним очком, но это дополнительные очки для нашей команды в дальнейшем, чтобы в таблице быть выше. И, конечно же, очень большой плюс для нас. Очень рады, большой привет болельщикам и спасибо за гонку. Ну вот я читала польские сайты Speedway, да, как-то не очень-то лестно о вас высказывались в начале, в самом начале сезона, а сегодня, ну, просто отличная езда. Что было причиной начала такого? У нас очень сильная команда в плане заграничных гонщиков. И на одного гонщика больше, и приходится тренироваться и доказывать свое место в составе, в главном. Поэтому... Как бы до сегодняшнего момента я за команду проехал только 3 гонки. Ну, наверное, сегодня показал, на что я способен. И в следующей гонке надеюсь, что буду ехать дальше. Буду в составе. Очень многие гонщики не очень лестно отзываются о Даугавпилском треке. А каким он для вас кажется? Ну,
Ну, трек нормальный, но почему не очень лестно высказываются? Потому что на польских треках польские гонщики имеют возможность приехать потренироваться ранее где-то что-то и как бы больше тренировок проводят на польских треках. А Даугав Пилс находится немножко дальше, и не у всех есть такая возможность приехать, и не дадут кому-то потренироваться здесь. Поэтому тяжело попасть в настройки мотоцикла с самого начала, и поэтому так сложилось, что все боятся этого трека. Что ж, гонка проиграна. Бороться за бонус мы, конечно, можем, но все прекрасно понимаем, что это в принципе нереально. Но ведь это не последняя гонка на нашем треке. Будем надеяться, что в дальнейшем таких обидных поражений команда допускать не будет. А теперь в рубрике «Бешлем»...